Пацан грустит по матери. А ему тяжело с отцом, который никогда с ним особо не возился. Этот урод хотел нас убить. Ты тоже злишься в бою? Злость станет оружием, если ее подчинить, использовать. Ты этого не умеешь. Когда ты... Я уже давно не болел. Мне лучше. Ладно. Ну, давай. Мне тебя ударить? Да, попытайся. Ай! Что ты... Давай еще. Ну вот зачем ты... Медленно. Давай еще. Хватит! Нет, слабо. Еще. Еще. Хватит! Еще! Твоя злость застит тебе глаза. Впереди тяжелый путь. И ты, Атрей, к нему явно не готов. Что это? Тише. Выходи! Ни к чему теперь прятаться! Я про тебя все теперь знаю! Что происходит? Кто это там? Более того, я знаю, кто ты! Сын, лезь в подпол. Живо! Ты же запретил туда лазить. Кто это? Я не знаю. Чего он хочет? Я не знаю. Лезь. Просто ответь мне на вопрос. И обойдемся без кровопролитий. Папа, бородач. Щупленький. Чё забыл тут? Я думал, ты крупнее. Хотя ты явно тот самый. Далековато забрался, да? Что тебе нужно? О, зачем же ты спрашиваешь, если уже знаешь ответ? Ты меня явно с кем-то перепутал. Лучше уходи. Надо же! Я-то думал, что вы все из себя такие высшие существа, а не чета нам, такие умнее. А ты просто забился в эту лесную берлогу, как трусливый зверь. Ты зря нарываешься. Ну, конечно, не зря. Ты чё, мужик, попутал? Пошёл из моего дома. Ну, для этого тебе придется меня убить. Я предупреждал. Наконец-то! Ты не послушал. Нет. Нет. Так дело у нас не пойдет. Ладно. Теперь... Воу! Нифига себе. Недооценил мой я, типа. Жестокое разочарование. Давай же! Бесполезно! Как это бесполезно? Я тебя мочу. Ты скучен! Я скучен.
Я стараюсь. Да, уже давать тебе. Ну иди сюда. Деревья поразрушаем. Чё ты там? Тебе что, больше надо? Вау. Разозлился, однако. Скажи то, что я хочу знать, и боль уйдет. Почему тут две кровати? Одна для тебя, малыш. Давай, давай, давай. Прочь из моего дома! Ну, нифига, он меня неплохо так опрокинул. Задел за живое, да? Бесполезно! На, собака. Кого ты прячешь? Ты медлителен и стар. Не надо было тебе приходить в Мидгард. Ну что, еще о, разок? Нифига, он слишком восстановился. Много слов. Вау, офигеть. Не хочешь говорить? Ладно. Может, тот, кого ты прячешь в доме, захочет. Опа. Здорово. На. Сейчас. Ты все еще хочешь? Вот это да. Где ты? Конечно, я скучен. Что ты скрываешь? О, на.
Вот это да. Тут я придавил его камушком. Че, я правильно же иду, да? Фу. Ты уже уходишь? Да ну нафиг. Скоро выдохнешься. Прежде чем ты умрешь, знай вот что. Я ничего не ощущаю. Вау. Не ощущаешь? Видел, ты не можешь причинить мне вреда. Ничто не может. Эта драка бессмысленна, как и твое сопротивление. Можно было без этого обойтись. А, ты жалок! Тебе не победить! Я ничего не ощущаю! А вот ты ощущаешь все! Ну не сдаешься! Я же не мой брат! Если бы ты сказал мне то, что мне нужно, все бы закончилось иначе! Но нет! Покончим с этим! Я так-то тоже восстанавливаться умею. Топорик мой почувствуешь? Бесполезно. Пошел к черту. Давай, души его, Кратос. Давай, давай, давай. Я-то надеялся, что из всех, кого я
встречал хотя бы. Ты заставишь меня ощутить что-то, но ты не смог. На. Я на самом деле не уверен, что он сдох. Но это было эпично. Давай, старик Кратос. Кто это был? Он меня знал. Знал ли он о моем прошлом? Как они нашли меня спустя столько лет? Фэй, что мне делать? Наш сын не готов нести твой пепел на вершину горы. Да, пока сын слабоват. И я тоже. Я не знаю, как это сделать без тебя. Оставаться тут нельзя. Это да. Сын. Вы там как? Я думал. Все хорошо? Все хорошо. Идем. Собирайся в путь. Мы уходим. Я же не готов. Так и есть. Но выбора не осталось. Докажи мне. Докажу. Ну, отлично. Гора. Путь будет долгим. Да, но он очень важен. Ого. Что тут случилось? Да, путешествие к горе. На сегодня это все, друзья. Всем большое спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии для улучшения контента. До новых встреч. Пока-пока.